Всем доброго вечера, друзья. Вышли погулять с собакой, и тут такой дождь идет. А вы напишите в комментарии, любите ли вы дождь. Собака у меня уже вся мокрая. Цой, а тебе как дождик, нравится? Да нормально, не вымок, нет. Скажи, немножко подмок, но страшного ничего в этом мы не видим, да? Скажи, страшного совсем ничего нет. Такой сильный ветер, вообще это буквально, смотрел погоду, что на днях, скорее всего завтра, я так понимаю, будет очень сильный ураган. И вообще по всему миру сейчас какие-то такие странные погодные условия. Где-то наводнения, где-то ураганы. Как думаете вообще, почему так происходит? Многие пишут в ТикТоке, в Ютубе, что какой-то конец света. Но я все-таки думаю, никакого конца света не будет. Просто возможны какие-то изменения на нашей планете. В принципе, за счет того, что сами люди виноваты, что делают вот эти вот все войны, делают неприязнь друг к другу, агрессию создают сами по себе. Вот как-то так много негатива очень летает везде. И за счет этого все так и происходит. Уже схватил уже что-то. Когда начинаю заниматься съемками или еще чем-то, нужно его контролировать. Он у меня, конечно же, пылесос может взять с пола что угодно. Так надо нажимать на паузу. Вот так вот, смотрите, сколько людей на улице. Один человек, вижу, там на турниках занимается, и все, больше вокруг никого. Все боятся дождя. А я без зонтика. Все, уже на камеру вижу, попала вода. Такое интересное искажение. Даже свет потушился. У нас бывает такое, что фонари светят, смотрите, резко чики пропало все. И наступила вот такая вот тьма. И это город Киев, друзья. Ладно, буду заканчивать видео. Всем спокойной ночи, доброе утро, добрый день. Всем до новых встреч. Всем мира над головой. И удачи в жизни. Все, пока.